Ну, такой красивый рассвет можно увидеть только в 7 утра. Друзья, уже бегу на работу. Уже с готовой прической. Ну, вообще-то, по правилам всех индустрий я должна была помыть голову. Но вчера парикмахер, стилист по волосам, не положил много продукта на мои волосы. И, честно говоря, мне было очень впадло мыть голову. Вот, так что я сейчас бегу на съемку для компании, для которой я уже работала. И у меня есть очень классная история для вас про эту компанию. Так что я сейчас сюда приду и вам ее расскажу. Я думаю, вы немножко прифигеете и дадите знать мне свое мнение. А вообще, я решила пройтись пешком минут 20 и посмотрите, какая красота. Я, как обычно, приехала в студию раньше времени и решила вам рассказать историю, что же произошло с этим брендом. В общем, это бренд одежды, который находится в Чикаго, и он продает такую очень-очень дешевую одежду, дешевле, чем H&M и Zara. У них такие очень трендовые вещи, такие прям супер яркие, много пайеток, яркие цвета, какие-то искусственные шубы. Такие, знаете, вот именно то, что любят носить американские такие девушки, темнокожие в основном. Поэтому именно в Чикаго этот бренд очень популярен. Вообще в Мидвест. Его в Америке нигде, по-моему, больше нет. Может, в каких-то маленьких городах. Но он именно больше всего популярен в Чикаго. В общем, я, когда только переехала в Чикаго, я работала на этот бренд каждый божий день. Я была очень мила с ними, я была очень добра. Но они платили реально, по сравнению со всеми моими другими работами, которые я делала в тот период, они платили копейки. Но так как мне как бы нечего было делать, я была здесь, в Чикаго, я говорила своему агентству, что, конечно же, я пойду работать, лучше я буду работать там за небольшие деньги, чем я буду сидеть дома и ничего не делать. Обычно у них съемка происходит с 8 утра до 2 часов дня, и они платят по часовой. Но с 8 утра до 2 часов дня они не дают тебе перерыв, ни на ланч, ни на что. Они как бы даже не дают тебе возможность присесть. То есть у них такая работа нон-стап. Что, в принципе, для меня не проблема. Я могу это легко делать, знаете, я всю жизнь это делала, и для меня это вообще no problem. Один раз у нас была съемка на улице. Мы снимали целый день. То есть с 8 утра, может быть, до 5, до 6 вечера. И когда мы прерывались на ланч, они не оплатили мой ланч. Я понимаю, что это была не вина студии, это изначальная политика компании. Они не предоставляют моделям кофе. Единственное, что они дают на съемки, это воду. У них нет кофемашины. И, естественно, когда у них какие-то выездные съемки, они не дают моделям абсолютно никакой еды. Меня это было таким шоком. То есть я проработала большое количество времени для этой компании, будучи очень лояльной к ним. В плане того, что я никогда им не отказывала, я всегда была вовремя, я не вела себя никаким образом, не показывая, не демонстрируя, что я там, не знаю, чем-то недовольна и так далее. Хотя много чем я могла быть недовольна. Тут я поняла, что они просто абсолютно никаким образом не думают о своих сотрудниках. В общем, меня это очень сильно разозлило. Я написала огромное письмо моему агенту. И, насколько я поняла, мой агент высказался клиенту. После чего я примерно, может быть, там, не знаю, через месяц, через два, я уже узнала, что я беременна, и, естественно, я уже для них не работала. Потом я родила, и, наверное, это был уже 3-4 месяц, когда Мирончик вот как бы родился. Они захотели меня, они написали моему агентству, что мы хотим Юлю. Я им сказала, что, слушайте, у меня сейчас ребенок маленький, я, конечно, могу поработать для вас, но можно мой ребенок придет в 12 часов, потому что в 12 часов у него кормление, и я его просто покормлю, это займет не больше 15 минут, привезет няня, и они сразу же уйдут. Мою работу отменили. То есть они сказали, что... Я не знаю, что они сказали, если честно, но они просто мне агент позвонил и сказал, что работа отменена. То есть как бы you canceled. Честно, я была в таком шоке, ребята. Это был, наверное, первый раз, когда какой-либо клиент сказал мне, что нет, ты не можешь этого сделать. То есть они так ответили, что как бы... Это не то, что я там сказала, слушайте, я обычно я говорю, я приведу своего ребенка, как бы, и все. Ну, то есть без разговоров. И клиент говорил, да, конечно, не проблема, если у тебя особенно есть няня, в этом вообще нет никакой проблемы. Но тут,
люди даже на 10-15 минут не согласились. В общем, после этого я долго от них ничего не слышала. Потом они еще раз написали, типа, мы ее хотим. Что-то произошло, они опять отменили. И вот опять, третий раз они уже написали. И на этот раз я начала выпендриваться. Я говорю, слушайте, друзья, я не буду работать за те деньги, которые они платят. Я буду работать только за те деньги, которые я хочу. Я им выставила свою цену. И что они сделали? Они просто сократили часы. То есть сумма осталась, итоговая сумма осталась такой же, но они просто взяли и убрали количество часов, которые я должна работать. Ну, что я могу сказать? Я не против, потому что, получается, я за те же деньги работаю меньше часов. Меня это устраивает. Но вообще я просто хотела, чтобы они отказали, чтобы они сказали, типа, нет, мы не хотим. То есть я думала, что они откажутся. Но, видите, они, видимо, у них не было никакой замены, им нужна была какая-то модель. Может быть, все их модели, которые у них постоянно on staff, не смогли в этот день работать. И я как бы для их образа очень подхожу, потому что им нравятся такие очень красиво чизи, такие, знаете, такие вот супер даже немножко вульгарные модели. То есть если меня таким образом накрасить, я в принципе могу играть такую модель. Давайте я покажу вам, как выглядит у них одежда. Она выглядит интересно, но качество у нее очень плохое. Хотя у меня есть одна кофта от этого бренда, и вы ее видели в одном из влогов, которую я взяла и перевернула. И здесь сняла бирку, белая такая. То есть у нее плохое качество, но выглядит она достойно. Как выглядит у них одежда, это видите, да? То есть свитера, пайетки, куча всяких трендовых. Они еще сотрудничают там со всякими с Адидасами, Пумами, ну, с такими большими брендами. Вот таким образом. Да. Мне кажется, это очень сочно. Yeah, they just gonna skip my song like that. It's crazy. It's probably, I'm still listening. What's the color? Oh, yeah. This is from MAC. It's called Pretty Mia. MAC, and it's called what? Pretty Mia. Pretty Me Up. What is that, Jimmy? Ah, yeah, yeah, yeah. I know. I've seen those. That's so pretty. Right? No. It's all reflective. Yeah, very cute. И полетела. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay. Beautiful. Кукусики. Короче, посмотрите, как у меня чисто в доме. Ничего не видно.
Ну как, это чистая посуда. А там, посмотрите, как чисто. Это просто мой свитер, который только что не сняла, потому что мне то холодно, то жарко. В общем, я вся такая аккуратная, вся такая чистая. Видите, какой чистый стол. Просто хотелось похвастаться, потому что я только что все убрала. В общем, Мирон ушел гулять со своей няней. С нашей няней. И я хотела показать вам, что я ему купила в H&M. Вы же знаете, сезон, новый сезон. Я всегда ему что-то покупаю на больших скидках. Скидка на скидке и так далее и тому подобное. В общем, накупила всякого барахлишечка. Потому что у него не очень много зимней одежды. У него почти... У него есть куртка. Но эта куртка такая, знаете, зимняя слэш осенняя. То есть она не совсем прям уж для холодной зимы. И у него совсем нету теплых ботинок. Я решила купить H&M, посмотреть, понравятся они мне или нет. Если они мне не понравятся, я их верну. Вот такой вот огромный коробка. Я не знаю, на каком я языке пыталась это все сказать. Я тут пыталась достать одну вещь для Мирона, потому что он уходил гулять. И я помню, что я купила такой классный маленький шарфик. В общем, я его достала уже и показать вам не смогу сейчас, но обязательно покажу чуть-чуть попозже. Сейчас я все это достану и покажу вам, что я прикольного купила. Ну что, вот такой коробец. Вот такие зимние сапожки. Это, конечно, не натуральный мех внутри. Они полностью прорезиненные, очень симпатичные. Вот такие ботиночки. Да, ну вот эти, конечно, вообще ни о чем. Это я, наверное, точно верну. Вот такие ботиночки. Ну, вот эти посимпатичнее, конечно же. И внутри поприятнее. Это, значит, зимняя куртка. Точнее, комбинезон. Вау, классный. И к нему же идут вот такие зимние перчатки. Я, конечно, не знаю, на какой это размер, но кажется, на мой. Хотя нет, у Мирона такая рука огромная, что вот ручка. Да, у него примерно такая рука. Но вот такой наборчик вообще просто со звездочками. Посмотрите, какие красивые звездочки. Мама звездочка и костюм со звездами. Ну, конечно же, наши любимые футболочки. Свитер черный. И написано New in the crew. Типа новый в команде. Это про Мирона. Вот такой, короче, набор. Вот из стольких предметов. Изначально его цена была $50, я его купила там что-то за 10. Сюда входит пижама, такая огромная, причем это все на возраст 2-3 года, как раз нам сейчас носить. Футболка вот такая, к ней же штаны домашние, еще одна футболка и еще одни штаны. Супер! А еще слюнявчик. Какая-то моднявая коробка. Это что-то очень модное. А, это модные носочки. Это их, короче, премиум линейка, которая с настоящим wool, с настоящим шерсть. С настоящей шерстью. Девчачьи колготки. Я не знаю, зачем я их купила. Точнее, я не думала, что они девчачьи. Я думала, что они просто белые и бежевые, но они со sparkles, так что придется их вернуть. И вот такая кофта. Мне очень понравилась вот эта вот полосеньками. И вот этого цвета очень красивая. Для Мишки. Мирон, ты Мишка? Еще вот такой вот костюм. Это костюм, сделанный из специального материала, который одевается под... То есть, видите, это флис. Который одевается под как раз-таки зимний комбинезон. И ты такой весь, короче, в комбинезоне, в теплом костюме. Идешь по сугробам, вот так вот, и все. Давайте я покажу вам, в чем же я сегодня одета. Мы с Бубеном идем гулять, поэтому вы знаете, молодой маме должно быть комфортно, молодой мамочке должно быть комфортно, удобно бегать, прыгать за ребенком. Значит, на мне пальто, которое я купила в Италии на большом сейле от Saint Laurent. На мне моя новая водолазка или бадлон, который я купила в Заре недавно. Джинсы. Это джинсы тоже из Зары. Мой ремень от Gucci. И кроссовочки Fila. Носочки я купила в Calzedoni. Вот такой у меня образ сегодня. Сумку, наверное, я не возьму. Она мне не нужна. И мы идем гулять. Короче,
Подожди, давай, целься. Короче, в общем, я ходила сейчас в студию, которая называется Movement Mat. Не знаю, что еще может быть. Вы знаете, у меня очень короткая память. И я общалась с владельцем этой студии. Это студия по пилатесу, которая вот как раз таки на этих машинах, которые я вам показывала в предыдущих влогах. И этот чувак владеет этой студией. У него такая бутик-студия, где могут заниматься только 2-3 человека. И я, конечно, ему написала в Инстаграм. И я такая: слушай, чувак, давай типа сделаем коллаборацию. Он такой: ну слушай, я не знаю, ну как бы видно, что человек не профессионал в этом деле, ну как бы он никогда этим не занимался, он не знает, что это такое. И он такой: ну приходи ко мне, типа мы с тобой пообщаемся. А это прямо возле моего дома, там 2 блока. Я такая: да, конечно, давай в любое время. В общем, я пришла, ему рассказала свою историю, что у меня боли в спине, что у меня маленький ребенок, что все такое, короче. И он сказал мне, что, да, как ты видишь вообще это возможность? Я говорю: слушай, ну мы как бы модели, мы когда делаем какие-то коллаборации, мы получаем сервис, и за это мы делаем сторис, посты, да, мы рассказываем про то, насколько это круто и так далее. И он такой: да, окей, давай сделаем. Так что теперь я буду заниматься пилатесом с персональным тренером практически бесплатно. Я, конечно, этому очень рада. А сейчас я вот моей подружке Раже, которая там за дверью стоит, расскажу про это все. И думаю, что она тоже сюда будет заниматься, потому что я ему сказала: давай, типа, ты мне дашь там пару занятий бесплатно, а потом ты мне просто дашь какую-то скидочку, и этого будет достаточно. То есть я не хочу там наглеть, и типа, чтобы он мне пожизненно давал бесплатные занятия. Конечно же, это так не работает. Но просто с какой-то скидкой, потому что занятия, ну, ребята, очень дорогие. Одно занятие стоит $85. Можно купить как бы пакет, да, там 3-4 занятия. Но в этом пакетже скидка $5. Можно брать занятия 2 человека. Занятия с 2 человеками стоят $50 за каждого. Он сказал, что у них еще есть там всякие разные промоушены, типа там Black Friday или там Christmas распродажи и так далее. Вот. И он, конечно, он не просто пилатесом занимается. Он занимается именно медицинским пилатесом. Даже не знаю, как сказать, он более как бы нацелен на то, чтобы у тебя не болело то, что у тебя болит. Он говорит: мне больше интересны старые зрители. Мне больше интересны старые люди, у которых там Паркинсон и так далее, которым реально нужна помощь. Хотя, говорит, молодые, конечно, мне тоже интересны, но у них цель немножко другая, да? У них цель там накачать пресс, накачать попу и так далее. То есть у них, ну, немножечко другие интересы. Поэтому он сказал, что для него важнее, чтобы это были постарше люди. Он говорит: ну, мне все равно интересно, потому что он понимает, насколько сейчас это важно, вся эта история Инстаграм, и вообще всех этих social media, поэтому он говорит: давай, конечно, сотрудничать. Так что я очень рада вообще, и, друзья, будем ходить с вами на private pilates, начиная с следующей недели. Угу. Зацените, что приготовил мой муж, и как ты себя чувствуешь после этого? Как настоящий герой. Герой моей сказки. Просто сочные, мощные, нежные. Это что, медитейшн? Воу, с настоящим